Забыл я себе вот эти. Ничего же не дают, да? Я сам ногу соберу, как бы получится. Нордеа и Русал. Нордеа в синей форме, Русал в серой. Нордеа сегодня уже играла с MetLife. Счет 2-1. И крупно уступила Inline Group 1-6. В общем, с переменным успехом заканчиваются матчи Нордеа. Русал, непривычно видеть не в тройке лидеров турнирной таблицы. Пока Русал тоже показывает игру непостоянную. 0-5 у них поражение в турнире от Московского кредитного банка. 2-3 поражение в игре против Capital Life. И 3 победы. 3-0 над HSBC, 3-1 над MetLife и 5-0 над МРТС. Так что Русал срочно нужно выравнивать игру и сегодня забирать максимальное количество очков. Ну, в принципе, все соперники по силам должны быть Русал. Помимо Нордеа, Сбербанк, страхование. Ну и Зарубежнефть, да, Зарубежнефть прямой конкурент, там борьба будет за 6 очков, выиграть будет непросто. В общем, Нордеа сейчас нужно выигрывать в любом случае. С первых секунд Русал пытается забрать мяч под контроль, действует позиционно. Нордеа пока отбивается. Мяч попадает в штангу после удара с очень острого угла. Сейчас никто не кричит. Он спросил видеооператора. Может, у него есть видеооператор. 2.5 минуты отыграли и чуть ли не первый момент, когда Нордеа с мячом на чужой половине поля, но вот дальше центрального круга продвинуться не удалось. Начинает нервничать Нордеа, всегда тяжело играть долго без мяча. Русал начинает атаку от своих ворот. Вот первая команда сегодня, которая показывает позиционный и тактический футбол. Русал. Только появляется момент для удара, Русал сразу бьет. Так что тактикой не слишком уж увлекаются. Все в меру у Русала. Давай, сам, сам!
Пока, правда, не хватает немного того, даже не спокойствия, а хладнокровия, которое мы видели в прошлых сезонах. То хладнокровие, за счет которого удалось прошлые сезоны проходить практически без очковых потерь. Нарушение правил со стороны игрока Нордеа. И это был удар, и мяч пошел бы в притирку со штангой, если бы не вратарь. Растет количество фолов. Сейчас по нарушениям 2-1. Коля! Забудь, Серый! Коля, повернись! Один, Серега, один! Еще одно столкновение, но здесь в пределах правил. Ух, каким чудом эта передача дошла до цели, и все-таки забили. Русал открывает что-то, игрока потеряли совершенно. И, кстати, действительно, вратарь должен был подсказывать, что забыли игрока одного. Итак, продолжаем. Но не первый матч только играет. Теперь может никуда не торопиться. Русал преимущество в один мяч. Скорее Нордеа пойдет в прессинг. С внешней стороны мяч попадает в сетку ворот. Хорош, Серый! Разберитесь, Луски! Андрей, зачем вдвоем идете? Аут. Неприятная потеря для Русал. Всегда очень эмоционально такие моменты воспринимают. И вот тактический футбол от Нордеа. Итак, последняя минута первого тайма. Вот она и пошла. Туда не убегайся. Не надо туда. Иди. Иди, Дани. Направили, направили. Поближе. Сейчас, брат, иди. Иди туда. Никиту смотри. Никиту смотри. Кто до мяча не дотягивается. До конца с ним!
соглашается Нарде на тактическую борьбу и, конечно, в такой футбол Русал переиграть очень тяжело. Скорее нужно было бы натиск привычный включить Нарде. Перерыв при счете 1-0. Второй тайм в матче «Русал» и «Нарде». «Русал» ведет со счетом 1-0. И вот на первых секундах имели и проводили потенциально очень неплохую атаку. Ну, одно неправильное решение все погубило. Второй фол у «Русал». По количеству нарушений у нас ничья. Два-два у нас по фолам. По свистку выполняем штрафной. В стенке один игрок, больше не нужно, в него мяч попадает. Хватается за голову вся скамейка «Русал». Не забить было сложнее, чем забить. А вот здесь защитники расступились, и 2-0 счет. Седьмой номер. Соло, да? Соло. 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 Махана! Вратарь. «Русал» напоминает. Товарищам по команде не забывать. Сейчас очень ценное, главное, своевременное замечание. Ну, желательно третий «Русал» забить, и можно спокойно ждать финального свистка. Корпусом сыграно жестковато. Поэтому и позвал Диму, чтобы он посидел, отметил. Вот. А я пошел передохнул, хотя перекусил, я же не отстал. Итак, по нарушениям правил Нарде вырывается вперед. Три фола имеет к настоящему моменту. Может два раза свалить еще относительно безнаказанно. Потом будет получать 10-метровые удары по своим воротам за каждый фол. Еще один момент у «Русал». За нереализованные моменты потом по знаменитому правилу должна наказывать судьба. Забивают тебе. Нашивочников бьет с разворота. Ну, здесь уже сил, наверное, у игроков Нарды не так много осталось. Угловой «Русал». Свободный удар. Опасная игра. Сейчас принято называть это иначе. Безрассудное действие. Ну, как-то к старому термину уже привыкли. Нарде осталось мячом. Сейчас было тяжело разобраться, кто нарушал правила. Решение принято, и мяч установлен. 4-2 уже по нарушениям правил. Хорош, хорош, хорош!
кто? Алексей. Это кто? А, зал, в котором залет. А, не, я его. Ой, прошло! Прошло. Готов до конца с ним. Русалу без труда удается растягивать оборону Нарде. Сейчас нет человека, который бы сказал, что чуть уже нужно располагаться. Не расступаться по флангам. Соперники и так придут, а зоны свободные в центре создавать крайне неудачная мысль. Ошибочников. Аут будет вводить Нарде. Втроем вроде бы одного защитника идет Русал. Ну, недопоняли друг друга, что вообще делать-то нужно. Очень много моментов у Русала. Вот если такой проходит с Нарде, то за рубеж нефть прощать не будет. А с ней играть уже совсем скоро. Коль, повернись. Никит, выше. Фотографу спросить, вот что он у нас это... Ну, я что ты делаешь-то? Мне еще лотерейку надо будет быстро провести. Очередной отбор в исполнении Русал. И гол, третий мяч забивают. Теперь могут себя чувствовать спокойно. Три минуты эти оставшиеся. Доиграть уже, что называется, по счету. Так, тупо слишком сильно. Потише бегает. Не увлекайся, а то впереди. Вратарь, первый на мяче. Боске, Антон, ты что там делаешь? У Нарде уже начались отчаянные дальние удары. Итак, штрафной. Самое время Нарде сейчас открыть счет забитым мячам. Если забивают в ближайшее время, то ждет интересная концовка. Если нет, то, видимо, нет. Получается сразу контратаку начать. Ну, это и не обязательно. Все-таки преимущество здесь лучше доиграть уже эту минуту полторы около своих ворот внимательно. Мимо мяч летит. Итак, последняя минута. Ровно она остается до свистка. Главой Нардеа. Сейчас вряд ли может идти речь.
а ничьей. Скорее на гол престижа претендует Нартея и бьется именно за него. Вратарь отходил назад. Но угол обстрела уже был сокращен. Было не просто цель поразить. Мне страшно становится там. Миш, не надо! Русал. Зажали седьмого номера сейчас коробочку. Пятый фол. Больше Нардея фолить нельзя. Вынужденная замена у Нардея. Ну что, только бить в надежде на рикошет. Слишком долго вратарь пытался с мячом расстаться. Будет свободный удар. Очень неточно. Розыгрыш верхом. Все. Финальный свисток.